Едва не ушла под воду улица Белокуна в Симферополе из-за нескольких синхронных аварий на трубопроводе. Мощный поток из лопнувшей трубы чуть не затопил территорию первого лицея. Примечательно, что не выдержала напряжение конструкция сразу в нескольких местах. В результате местные жители на какое-то время остались без воды, а дворовые улицы быстро превратились в реки. На место разрывов приехало несколько бригад аварийной службы. Утечку воды устранили, а образовавшиеся на дорогах лужи откачали. Решить проблему сотрудники бригады намереваются уже к концу этого рабочего дня. Впрочем, в одном из дворов разрыта глубокая яма, которая граничит с детской площадкой. И в таком виде представляет опасность для младших жителей района.